Всем привет, вы на канале Еще Один Ход, и мы продолжаем прохождение Dice Legacy за Нищего Короля. И мы пережили третью зиму, и у нас в задачах остановить иных. Судя по всему, вот это вот их старая гавань, которую нам нужно разрушить. И мы попытаемся это сделать за эту серию. Так что давайте продолжим. И так, начнем с исследования. Тут у нас хороший мечник, оставим его. Нам нужен камень. И вот, собственно, не помешает он нам. Так, еще у нас проблемы с железом некоторые присутствуют. Вернее, с золотом. И давайте отправим еще на дерево. Сразу пшеница также. Так, тут нужно покормить. А тут отправим на камень. Занято. Ну, сюда. Так, превращает любой кубик в солдатский. Кстати, это тоже нам нужно. И, кстати, совершенно бесплатно, судя по всему. Это неплохо. У нас нападение. И, кстати, 4 меча, а у нас ни одного. Это что-то с чем-то. Так, это надо полечить. И давайте попробуем. Так, вот у нас первый меч. Второй. И давайте попробуем. Это надо покормить. Это отправим сюда. К сожалению, у зеленых не может быть мечей, поэтому подождем, пока что-то не произведется. Вот теперь давайте попробуем. И снова нет мечей. Отправим на дерево. Так, книга нам не нужна. Вот так вот. И давайте перекинем. И отлично, меч. Крестьянин погиб. Ничего хорошего. Так. И снова нападение. Да что, что такое? Тут всего один меч нужен. Ага, и, конечно же, его нету. Давайте пока вернемся сюда. Добудем лес. Так, и что у нас? Вот так по пшенице пошли. Давайте перебросим. И вот у нас наш меч. Так, мы получили нового крестьянина. Давайте поделаем вот так вот. Так, и у нас новое нападение. И опять нет. Нет, есть меч. Нам нужно два. Давайте это там вот так вот. Тут покормим. Не смогу ни одного меча. Так, то давайте сюда. Не можем, подождем чуть. Так.
Ставим на лечение, и у нас тут есть меч. И там снова еще один. Вот так вот. Что у нас по металлу? Давайте сюда. Дерево. Кстати, еды нам бы тоже не помешало бы. Так, и продолжим. Давайте посмотрим, можем ли мы что-то предоставить против их города. Так, что у нас тут пшеница? Да, вот. У нас снова куча очков. Давайте посмотрим. Так, производство. Я думаю, что стоит просто все улучшать. Производство, экспедиции. Так, больше трав. И у нас нет еще молочных ферм. Смысла большого в этом нет. Так, понижает шанс огня, но мы еще ничего не поджигали. Давайте эмиссары. Тут все. Открыть гильдию наемник. Торговцы могут нанимать кубики наемник. Кубики наемник начинают занимать дополнительные прочности. Открывает театр. Пассивно дает плюс один силы граням. Ага. Интересно. Давайте попробуем. Так, и у нас нападение. Перебросим. Отлично, есть строчка. Так, и есть куча добычи. Давайте сюда отправим на травы. У нас лес. И снова нападение. Целых 4. Ничем хорошим это точно не закончится. Давайте камень. Так, и давайте перебросим, потому что нам нужны мечи. Лечим. Крестьянин ранен, солдат погиб, конструкт погиб. Так, но ничем хорошим это и не закончилось. Так. У нас снова нападение. Насколько много там нужно воинов? Одного достаточно. Давайте вот так вот. Так. Давайте создадим солдата. И добавим очко исследований. Так, что у нас тут? Скоро закончится. Так, и... Так, у нас осталось куча строителей. И нам, наверное, нужно... Давайте попробуем с армии начать. У нас тут сильно дает грань на строениях и грузах поблизости. Давайте поставим вот так вот. Почему нет? Так, и добудем камень. Так, трав у нас достаточно.
Нужен мечник. Как всегда. У нас их нет. Конечно, у нас еще. Камень, вот. Да. Так, давайте-ка. Это сюда. Мы этого полечим. Лечь. И опять крестьянин погиб. Хорошо. Будем ждать тогда. Нам тут нужно два меча. Есть еще меч, и теперь нужен да, нехорошо. Но у нас просто-напросто нечего им предоставить. И как раз... Ах, не успел чуть-чуть. Так, хорошо. Давайте-ка пока что... Прямо этого на травы. У нас пожар. Так, хорошо. Пожар. Что у нас делает пожар? Могут начинаться в зданиях по разным причинам. Потому что сидят среди крестьян и прожигателя. Так, пожар разрушает здание, это понятно. Так, и... Что у нас тут? Пока зима. Давайте попробуем последний. Так, что мы тут? Можем ли что-то предоставить тут? Нет? Как напасть на кого-то? Все еще непонятно. Давайте построим вот так вот. Опять 4. Так, что у нас? По камню опять. Можно полечить. Да, так. Давайте на металл. Пока у нас просто нет ничего, что можно было бы предоставить, но снова же нет.
Ага, у нас закончилась еда, кстати. Так, что мы делаем? Давайте заблокируем, перебросим. Так, и нам нужен новый кубик крестьянина. И на самом-то деле совместить эти сословия. Давайте так, чем-нибудь. Металл и дерево. Так, пшеничные фермы в крестьянских районах продолжают работу зимой. Не видно получить не менее 4 кубиков солдат. В начале каждого сезона получите 2 камня или 2 железа за каждую шахту в крестьянском районе. Давайте возьмем это. Ну и, к сожалению, мы не справились за эту период. Ага, вот оно появилось. Нужно было построить... вот это здание, чтобы можно было начать поджигать. Для этого нужно больше солдат, судя по всему. И давайте натренируем одного. Какой у нас тут самый? Так себе. Так, получился у нас стойкий, невосприимчив к эффектам. Интересно. У нас закончилась еда, так что отправляем. Здесь у нас тут было еще охотничье угодье. И давайте усилим, потому что нам нужно будет сейчас усилять, чтобы грабить. И у нас, кстати, не хватает еще одного кубика. У нас, кстати, опять куча исследований. Давайте в целом пожары мы начали получать. Так, и открывает театр. Почему нет? Снижает шанс получить ранение в бою, хорошо. Защита от мороза. Открывает храм, кубики монаха могут исцелить любой отрицательный эффект на кубике. Давайте, почему нет. Так, и нам нужно сейчас больше рыцарей. Или солдатов, как вам угодно. Так, давайте отправим на еду. Так, и... на камень. Так, получили пожар. Давайте сразу отправим его. Вот, у нас есть пожар с одной сложностью. Так, и тут мечник. Сожгли, и теперь нужно аж 4. Так, и пока что давайте продолжим добывать еды. Так, и вот как раз усилим его. Нужно полечить. Тут тоже что-то оно ждет. Угу, тут лечить некого. Добыть нам камень.
Так что городская площадь, на ней можно любой кубик или наемник. Повышить счастье, ага. Угу, для этого нужно пиво. Так, и тут нужно полечить. Так, что у нас тут? Мечи. Так, и... Пойдите, давайте сделаем немного еды. Так, давайте отправим сюда его. Так, и в целом у нас тут все хорошо. Мы можем усилить кого-то, нам нужно усилять грабеж. Так, как раз таки с ним у нас и проблемы. Давайте это оставим. На самом деле два строителя. Я бы что-нибудь построил. Так, городская площадь, приют. Так, что делать? Аптека сляет раненый или больной кубик с помощью трав. Кстати, не помешает. Сейчас два строителя. И давайте прибудем. Нашего мечника куда-то заморозить. Ага, закончилось пиво. Трав у нас вроде как много. И давайте пока что посмотрим, что у нас здесь. Еще все по 4. На это добавить мечи, но не грабеж. Ну давайте сделаем еще один. Еще одного воина. Так, добыча. По еде у нас некоторые проблемы. Давай сюда. Так, новый кубик. И как раз... С способностью к разграблению. Так, тут сюда вот пиво. Давайте отправим делать еще одно пиво. Целых 6 атаки есть. 3 грабежа, кстати. Так, я бы, наверное, сделал бы еще один конструкт. Вылечить. Да, вылечим. Так. Перебросим. Так, и вот у нас есть, кстати, грабеж. Давайте попробуем. У нас тут сейчас строение, и давайте ставим еду добывать. И подлечим кубики наши.
И усилим чью-нибудь грань. Так, и... У нас тоже с пьем проблема, у нас одни встретили почему-то. Так, и вот у нас есть грабеж. Давайте отправим его. Хотя, наверное, стоит его лучше полечить, либо усилить. Да, усилим его до 4 и потом полечим. Давайте добавим, доставим еще трав. И что нам еще нужно? Давайте еще много еды. Так, мечник. Добыча. Ну, давайте. Нет. И у нас, кстати, закончилось золотом. Давайте перебросим, давайте разморозим это, потому что в последнее время никто не нападает. Так, и мы получили... Ага, и он замерз. Так, по еде у нас всего хватает, по пиву. Нужно еще. Золота нет, мы больше не можем добывать тут, но можем сделать конструкт. Давайте попробуем из этого сделать конструкт. И там нападение идет. На целых 4. Давайте перебросим лучше. Вот это вот другой разговор. Где мы? А, этого оказалось достаточно. Потом он стал ранен. Давайте попытаемся найти еще золото в железных шахтах. У нас как раз двоечка тут выпала. Достаточно будет 2 единички. Лечим. Так, и перебросим. Можно полечить. Так, там на 4 есть исследования. Можно восстанавливать. А, давайте лучше прокачаем продвинутую технологию. Так, тут сбор, понятно. Производство, пшеничные фермы. Клише. Повышение. Повышает производство знаний в мастерской на 1. Ну, возможно, стоит взять. Так, нам сейчас нужно подготавливать праздник и только потом улучшать настроение. Будем знать. Так, давайте ставим на дерево. Давай заморозим. Так, пока что на самом-то деле... Выбирать нечего. Вот так-то лучше. Давай тут подлечим. И давайте перебросим. Да, давайте проверим сначала, что там по атаке. Целых 2.
Как раз нужно. Перебрасываем, сразу же лечим. Тут, наверное, восстанавливаем прочность. И добыча, наверное, дерева тоже. Кстати, с травами у нас тоже некоторые проблемы. Ну, а теперь остается только ждать лета, чтобы не тратить. А, хотя у нас его нет, чтобы тратить. Тут всего лишь два. Я думаю, мы должны справиться. Даже сейчас можем. Так, там нам и не нужно. Давайте трав немного соберем. И дождемся лета, чтобы все разморозилось. Вот они нападают. Давайте посмотрим, можем ли мы что-то предоставить. Отлично. Давайте ставим щитиво на будущее. И зима закончилась, наступает лето, и новый закон. Так, увеличивает дальность налоговой, камера усиления усиливает случайно дополнительную грань, тоже неплохо. Невелено получить не менее 2 кубиков костян, но тут уже с этим проблема. Давайте лучше возьмем облучение. И, наверное, мы закончим эту часть на этом. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь, и дальше будет много еще чего интересного. Спасибо.